Итак, всем привет, с вами Нейзи, и Мирайт, он еще с Payday не успел снять свою маску, это Даллас. Да, всем привет, дорогие друзья, мы все еще грабим банк, только в этот раз в зомби-апокалипсисе. Да. Окей. Что за смех был? Вон зомби, собственно, уже стоит. Какой-то тупой смех был, но тем не менее. О, зомби. Так. Я его убил. О, вот наш фургончик, собственно. Смотри, пока нас не было, тут уже все успело прорасти лианами. Это, кстати, да. Это очень быстро. О, смотри, это танк? Да, это танк. Где? Вот, давай посмотрим. Пошли. Может, там что-то лежит. О, в танке всегда ничего-нибудь. О, нет. Свинятина. Хотя нет, свинятина, это не смешно. Блин, у меня нету патронов для кара уже, потому что там мало этих... Две обоймы осталось, надо еще. Окей. Так, о, в раздатчике как раз есть патроны для фэнскар. Скар? У меня нет скар. Да. Ты сказал скар. Я сказал кар. А, во, да, у меня есть скар, слушай. Ну вот я же говорю. Вот, три обоймы, нормально. Короче, у меня есть идея, вот смотри, стой, видишь? Пошли к машине обратно. А зачем? Мы же машину забыли, ты чё, как без транспорта? А, ну естественно, мы же не сможем ехать в соседнее село без машины. Да. А, на дискотеку, на зомби-дискотеку. Что? Так, вот наша... О, смотри, чё это там на здании? Где? Вертолёт? Где? Лол. Что? Ой. Стоп, ай! Ёбаные зомби. Там реально вертолет? Вон, смотри, офигеть. Стоит. О, давай залезем. Давай, только как. Хотя, мне мое шестое чувство, а может даже седьмое или восьмое, подсказывает, что он без, абсолютно без бензина. Да? Да. Стой. А ты вот так пролезь здесь? Так, давай. Вот так. О, сундук. Окей. Ух ты, я нашел на Ремингтон и два хлебушка нашел. На, бери. А у меня тут ничего нет. Ты мне где? Бы светильник, знаешь ли, сейчас. Светильник? А, стоп. Так. И как пролезть дальше? Ну, в смысле, ты где? А, вот и сюда. О, Ремингтон. Жаль, что у меня Ремингтона нет. Ну, все равно забери, мало ли есть. Ну да. Так, давай тут полутаем пока что. Во. Давай посмотрим. Тут чё? Что? Ух ты, брюки спецназа нашел. Жилет спецназа, брюки спецназа. Да ладно. И две светопыли. О, круто. О, смотри, я теперь фуловый. Четко. Так, а ну. Слушай. А, вот, элеватор. Элеватор. А, вот. Тут можно подняться как-то? Так, о, конечно, вот смотри, тут лестница есть аварийная. Давай, блин, не знаю, сейчас... в лифтах никогда не видел лестницы. Ай, блин, я чуть не упал. Ну, для гастарбайтеров, которые чинят, собственно говоря, лифт, такие давай вот делают. Давай здесь полутаем сначала. Стой, я хочу залезть, посмотреть, что тут есть. Он какой-то немножко накоренившийся тут. О, ой, ящики, ящики! Давай, ну, давай. Что в ящиках? По-моему, выброс был. О, нифига себе, коллиматорный прицел мачете. О, четко. Слушай, дай мне коллиматор, у меня там санскар, чтобы я коллиматор? Да. Бери. А ну, что тут? О, пистолет. Пистолет. Только вот пистолет у нас без патронов. Да? Ну, в случае чего поугрожать кому-то можно будет. О, я поставил коллиматор. Ой, блин, не на ту, я, блин, начал стрелять. Так, погоди, дай-ка я вертолет это обратно поставлю. Ой-ой-ой, у него есть топливо. Черт, 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 не падай, не обнайди. Нет, о-о-о, я успел взлететь. Ну ты как всегда везешь. Ё-моё, я успел взлететь. Че, посажу его обратно в здание, там подальше. А меня забыл. Да я посажу, давай полутаем еще. Окей. Все, вылезай, вылезай, вылезай. Хорошо. Я предлагаю просто на нем уже улетать. Да не, давай еще полутаем это здание, ты че? Окей, давай, окей. Еще что-нибудь. О, я тут кое-куда сейчас прилез. Так. Куда? А, я понял, что это за место. О, я нашел глок с магазином. Стоп. Да? А в нем всего один патрон. Застрелиться, что ли? Понятно, для чего он. Так, окей. А чё, где ты, Эмираль? Я нахожусь, на самом деле, сейчас в коридоре. Вот. Стоп, что, где? Где глок? А, вот глок. А где комната? А, может, комната, вот. Чем-то? Вот, я в этой нашел. Ой, извини. Да, так, значит, а тут что? А тут у нас туалет. Ванна. Туалет? Окей. А там еще окей. Было что-нибудь? Нет, не было. Там вообще ни черта. О, пуля! Четко. О! Что нашел? Швейцарский армейский нож. Лол. Это какой-то нож, не знаю, раздвоенный. Лол. Да. Ну что, пошли тогда наверх, раз тут больше ничего нету. Пойдем, пойдем. Пойдем, конечно. Так, не, ну блин, вертолет это, конечно, находка. Так. Чё, блин, а зачем? Зачем? Если есть... Господи, лестница! Ты чё, упал? Прикинь, я выжил. Лол. Да ты кто? Я просто... Сверхчеловек? Ой,
Я супергерой. Давай, залезай, супергерой. Штаны супер, с дырой. Супергероин с мотором. Ну что, как всегда, давай, я поведу вертолет. Залезай. Давай. Главное, чтобы я с него теперь не навернулся. Слушай, а у него пулемет есть? Да, я им управляю. Звуки, еще потише делаю, что ли? Ой, во, во, все сделал. Ну что, куда полетим? А я думаю, нам стоит полететь на самое большое здание. Сам, ты хочешь на самое большое здание? Да. Так, клаб какой-то. О, смотри, автострада, точнее, автобан. Ой, да, у меня аж мир... О, давай остановимся, тут ящики, ящики, давай, ящики. Давай, давай, давай. Тут явно что-то есть полезное. Сейчас я посажу. Давай. Давай. Так, 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 я лутаюсь, я лутаюсь. Так, в этом ничего. В этом тоже ничего. Черт. О, там автобус. Икарус. Погнали в автобус. Да, это реально на Икарус похоже. Так. Сундучки ничего нет. Кстати, чуваки, не пишите нам по поводу диоксида. Не он строил эту карту. Нам вот абсолютно пофиг то, что он на ней снимает, чуваки. И не надо писать, да, где именно что находится, чуваки. Мы... Вот, блин, не надо просто вот. Мы... Просто не надо. Это нас оскорбляет. Это оскорбляет наши чувства. Серьезно. Да, обидно очень. А в том ящике что? Тут ничего нету в ящике. Вообще. Растащили все. За бред. Да ну. Окей, а если тут поищу? Тут еще что-то есть, может быть? Так, ну-ка. Еще один Икарус. Я пока посторожу вертолет. То мало ли что. Так. Даже здесь ничего нет. О! А это что у нас? О! О, я нашел USP и кучу патронов. USP? Офигеть. Да. Причем, знаешь, где? Где? Я нашел его в грузовике с Кока-Колой. Чего? Да. В грузовике с Кока-Колой? О, противоударный щит нашел. Да, покажи, покажи. Сейчас покажу, смотри. Ну-ка. Вот. Ну-ка давай проверим, насколько он противоударный. Давай, давай. Что? Я по тебе выстрелил. Что? Он абсолютно противоударный. Что? Стой, дай со спины тебе. Вот в спину тебе будет урон наноситься? Вот поверни спиной, спиной. Вот спину. Ай, больно. Забери ее, забери ее с собой. Господи, бедная моя спина, зачем ты это сделал? Зато поясница болеть не будет. У меня теперь ревматизм будет. Ладно, полетели. Блин, находка, находка. Слушай, реально непробиваемый. Тогда ты можешь к зомбям подходить и расталкивать их просто. От зомби вообще помогает? Вот давай проверим потом. Давай сейчас полетаем куда-нибудь. О, давай. Как раз они сейчас спавнятся вроде будут. Они все время спавнятся. Да? Окей. И сейчас мы это проверим. Да, давай. Так, ой, высоко не надо, думаю, взлетать. Надо еще только пониже. Так, я думаю, нам стоит... А ну-ка. Чё? Чё происходит? Слышишь? Чё? Твою мать. Чё? Чё за... Чё за... Ай! Нейзи, Нейзи, просыпайся. А? Где мы? Просыпайся, Нейзи. Мы в лагере у военных. Нас спасли, чувак. В смысле? В смысле? Помнишь, мы, в общем, летели, и потом нас сбили? Вертолет, ну. Короче, оказывается, эти люди добрые, и на самом деле они хотели помочь нам. Я, правда, не знаю, в чем логика, почему они нас сбили, но на самом-то деле они хотели помочь нам. И, в общем-то, вот, знакомься, ё-моё, собственно. Люди. Вот вся компания-то, собственно. Фига. Ну, не знаю. Давай сначала поговорим с кем-нибудь. Давай с... В принципе, можно, да. Смотри, повар. Знакомься с поваром. Только он не спрашивает повара, потому что тут больше поваров нет. Давай спросим. Привет, вы новенькие? А, вы те, чей вертолет мы случайно сбили. Извините за такую доброжелательность. Да, ничего страшного. Зато мы нашли людей. Логично. Да. Покушать не хотите? Покушать? Могу что-нибудь приготовить. Да нет, есть вообще не хочется. Вообще не хочется. Хорошо, но если захотите говорить, что-нибудь вам сварганю. Хорошо. В общем, так и познакомились. Это повар. Повар. Так, давай будем звать его повар. Так, куда дальше? Так, а где наши вещи, кстати? Не знаю. Ну ладно, давай тогда. Блин, это какой-то вояк, не знаю.
О, смотри, тут можно модификации ставить. Ну, наверное, оружием барыжить. Давай спросим. Давай. Приветствую. Нужно что-то? Есть любое оружие. Ну, пока не надо. Только прибыли в лагерь. Новенькие. Подсказать что-то? Да, давай главу. Кто у вас главный и как к нему пройти? А, командир у нас в здании слева. Подходите, спрашивайте, если что. Спасибо. Да не за что. Понадобится пушка, говорите. Окей. Ну, что у него из пушек есть вообще? А, вот, смотри. Реально много чего. Да, кстати, много чего. Это, так, любой каприз за ваше железо. Так, вот здание слева, это вот это, я так понимаю. Да, наверное, да. У тебя есть факел какой-нибудь? А, да, есть, конечно. А, отлично, пошли. Тут тем... А, зрение посадишь, командир. Ну, давай поговорим с ним. Окей. Эй, чувак. О, очнулись, молодцы, крепкие. Простите уж за то, что сбили вас. Как вы? Ну, бывало и хуже. Да уж, как вам лагерь? Хотите остаться? Ну, мы были в этом... Кстати, да, мы были в этом лагере, помнишь, Эмираль? Да, были, только ну, тут никого не было. Ничего не было, мы все залутали тут. Мы были в этом лагере, как вы так быстро все обустроили? Нам повезло с командой, у нас есть отличный строитель. Все в лагере отлично, но минус мало людей, поэтому я и спросил. Ну, давай останемся, что? М? Как думаешь? Отличная идея. Мы не против, но где наша экипировка? Она на складе, там в углу есть такая огромная палатка с ящиками. В самом конце нее есть два сундука, они ваши. Узнайте свои вещи. Окей. Давайте, возьмите свой лут и приходите. Во, новое задание, потерянный лут. Пошли. Пошли. Так, палатка в углу. Ну-ка, давай пошли посмотрим, где. Ну, пойдем, пойдем. Там, думаю, пошли. Ты идешь? Да, да, иду. Так, во, это я так... не знаю. Блин, мы очнулись в этой палатке. А где палатка в углу? Тут что-то нет. Давай посмотрим, где-то здесь. А, походу здесь. Во, вот это. Во, да, тут да, много да. ящиков. Во, ящики. Так, в углу, так. В углу. Во, вот. А, во. Кажется, это я. Новое задание завершено. Потерянный лут. А, вот мой. О, лук. А вот и мои. Отлично, давай забираем все. Так. Забираем вот эти. Все, я все забрал. Сейчас, жди, пока я заберу. Я все забрал, я жадина. Жадина, говядина. Так, погоди, расставлю все по приоритетам, так сказать. От худшего к лучшему. Да. Все, вот так, пошли. Ну, думаю, пойдем. Пушками не надо светить сейчас, да? Особо. Ну, так, посветим факелами. Да. Не, в смысле... О, доктор, смотри. О, можешь да. с ним поговорить? А, прости, сейчас говорить не могу, слежу за состоянием. Ну, ладно. Потом тогда поговорим. Окей. Думаю, у него можно, не знаю, полечиться там и что-нибудь. Может ему потом химикат X дать, вот этот тут? Который какой химикат X? Может быть. Ну, ладно, но не сейчас. Так. Молодцы. Ну что, обустраивайтесь. В вашей палатке можете складывать свои вещи. Ну и на складе тоже. Так что давайте. Хорошо, спасибо. Окей. Ну, значит, вот. Обустроились в лагере. В принципе, да. Да. А как отсюда выходить? Давай поищем выход. А, так ты что, не помнишь? Можно же стандартным... А, да, вот здесь выход. А как, нет. как открыть? Я тебе сейчас покажу, как выходить. Ну. Смотри. Стандартный дедовский метод. Оп. А если там ходячий? А никого нету. Залезь обратно все равно. Ладно. Так, а вот здесь что? Это походу охраны. Ну заходи. Че ты там делаешь? А, вот смотри. Блин, лучше рычаги не трогать, а то мало ли не... Пошли отсюда. Пошли. Я сделаю. Я подальше. Я сделаю. А то он пристрелит нас еще. Так, тут у нас что? Зефирки жарят вояки. Тут вообще лежит кто-то. Ну, ладно, пускай лежит. Так, ну что? Собственно, вот, обустроились мы в лагере с Эмиральдом. Да. Так, а наша палатка вон там была, да, в которую мы... Да, собственно говоря, именно так. Ну давай в нее тогда сложим вещи какие-нибудь. Конечно, давай. Думаю, здесь никто не ворует. Нормально. Так, химикат X сюда. Сладкий хлеб. Отлично. Так, вот аптечки положу сюда. Ну вот, собственно, наш общий ящик. Так, ну думаю, уже можно заканчивать серию. Да? Да, в принципе, можно. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки. И следующая серия будет у меня. Да, всем пока. Всем ссылка пока. В описании на новую серию у Эмиральда. Да. Пока. Пока-пока.